Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, пастор Раджи. Сегодня расскажет нам о том, чем занимаются люди на этом острове. Работают по-разному, работают. Завод есть, это много открытый завод. Одежды завод много есть. И деревня, конечно, сам себе урожает, рисовый пол. Рис, когда есть, там он зит, можно, это не проблема. Если есть вода, а когда вода нет, это проблема. И много границ уезжает, Арабский Эмират, в Италию уезжает, и работает там выше зарплат. И терапевт, если придет, хорошо можно жить. И кокос есть.